Кто не помнит эти динамики из видео про самодельную Bluetooth-колонку, там, где я ее делал, собирал, но перестарался с мощностью, и вот в каком они сейчас состоянии. Думаю, состояние у них не из лучших, но будем работать с тем, что есть. Берем лист бумаги и вырезаем из него диффузор. Диффузор делается под свой динамик отдельно, там везде все разное, поэтому подбирайте. Я таких изготовил две штуки, уже их склеил и примерил. Потом, естественно, клею катушки уже к этим диффузорам. Дальше вырезаю из пластика колпачки на динамики. Потом еще обильно промазываю катушку и диффузор, чтобы не отлетело ничего. И, кстати, намотка катушки 5 мм. А ее диаметр составляет 22 мм. Собственно, потом приклеиваем диффузор и катушку. А уже потом окончательно все собираем. Припаиваем контакты и подключаем к усилителю. Давайте тестировать. Вы пока не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать любимые комментарии. Всем удачи, всем пока. С вами был Мишка Бас.